Каски принеси им по 5, если что, раздай. Как обычно. У нас тут все? Подождите, чумок кода тут нет. А вот эти вот кабаны, это его помощники, да? Да, прислужники. Его шлюшки. Попробую сейчас 4-10 зафигарить. Не, он не зафил вроде. Не, я боюсь этого босса бить. Сильно. Это лишнее, скорее бы чуть-чуть надоевался. Лишнее. Чулан, принимай сумму. Бузер, я какой красивый. Давайте, чек на ФК. А куда вы сумоните нас на полуостров? Берите сумму. Нормально, сейчас поможем кату, алё. Три человека апнут до второй кат. Плюс усилки, плюс ДП. Плюс отхил. Плюс ЕП. Плюс ЕП. ЕП за это начисляться не будет. Никакое за помощь с гильдейцем ЕП не начисляет. Мне просто хотелось сказать помойку. Кто там умер? Так, элемент про АФК, Шредер, не приним... В ЦЛК сидит. Чё, мы так все убьём? Убьём, наверное. С любовкой. Ленар, тут... Фулбат. Фулбат даём, быстрее только. Фулбат дан, вот он. Удары смысла мне тут ставить. Сдохнем всё равно. Да? Чек на готовность. Ну я поставлю, хавайте. Вон, рыбу вам поставили, чек на готовность. Готовность я не вижу, потому что я заогнал. А вот... Да типа пристам каску только. Лимон, ты здесь? Нет. Лимон. Можно 10% за место кулака? Шредер каски 7 раз дай. Чё, барабаны бафнули? Да я не понял. Кто барабаны вообще бафнул? Каски раздавай. Все готовы? Всё. Пуляй, Алис. Она не в танке. Подождите, бля. Геру дали. Геру. Синих луж выходим, не забываем. Вроде будет еще метель. Лимон, отведи. Лимон. Нормально, сами служу выбегать. Сами в тур дайте. У тебя сколько этих ДСов на руках? 3 или 2 посмотреть надо. Короче, у меня в сумке 12. Вождан зайдет, я потом еще не надо куплю. Сюда он уже где-то пропал вообще. О, нет. Бегаем. На ком агро бегаем. Далеко не убегайте. Фак. Около вулканов не стоим. Слишком далеко не убегайте. Свет. Слишком далеко не... Кто умер, встали, побежали. Сразу говорю. Шредер, поставь ауру защиты от льда. Ваншот нахуй. Нужно подойти поближе. Лу, не бей, просто бегай. Бента побежал. Далеко не убегай. Гушки побег. Маленький му. Слишком далеко. Он не таунтится, не? Угу, вижу. Кто лег, стали побегать.
Отлично, агро пошло. Пойдем. На полную дык дымыч дали. Ближе можно. Если что, мне ведешь вправо. Агро, сбрось. От лужи в воде. От вулкана. Лимон, отведи еще. Только не туда. Сейчас будешь уводить, уводи влево. Туда, где он ближе к центру, где он стоял. У него тут баганная дистанция на ивейт. Главное, чтобы не заев. Ровно, кряки какие-то бегают. Постоянно на полную дык дымыч дать. Шансун побежал, огра нету. Бег. Только недалеко, ребят. Чё по мане у кого? Мана кончается. Мосса, залей ману, отметь. Он за ведро. Бузер побежал. Апосос побежал. Стало. Таунтица? Такая иногда, как я понимаю. Нет, у него фаза идет. Фаза не таунтится. Агро пошло. Да, на полную дык дымит. Служим. Это как красная шапочка в этом, на опыте. Я не вас офигать, экзоцизм. Я его шотнул. Надо кишотнул, подошел. Пацан помочь хотел. Хороший варьер пишет. Вот все. Всем спасибо, ребят, большое. Спасибо, ребят, всем большое. Так, Турбо, давай, порт дал. Полетели в целую. Мне кажется, он даже легче, чем на третью карту. Ну, не легче. На третью легче карту. На третью карту это там, где личной босс манекен? Или нет? Да. Да, но там боссы больше, но очень много, блядь. Да, он легче намного. Мы его в десятером убили. Правда, долго было, конечно.
И сколько усилков дают за вторую кату? 10. Это обычно 10 с переходом. А сколько у вас всего сейчас? 200 плюс у всех. Что-то максимум я читал 400, да, или сколько? 500. 480. Там же от этих от плюсиков зависит, да, которые с катом. Ну, помнишь, чел сила доната, когда в гид был, он же сказал 480 максимум. Зачем на вторую кату надо 2 плюсика, ой, 4 плюсика, да? Почему? Не 6? 6. Посмотрю. Я думаю, а что с атласлутом не то? Это не тот атласлут, блядь. Галимый атласлут. Все, можно тиара продавать. Дороже. Х2 сделала, да? Пиздой его со своими зелеными шарами. Буду признателен, если будет все побыстрее делаться. А ты кто? Какая разница? Не, ну скажи ник просто что-то. Что тебе это даст? Ну вот я Гуччи это вроде, судя по голосу. Гуччи? Гуччи это который прист? Да. Кажется, да. А чё шифроваться-то, я не знаю. Чё Гуччи? Чё по... Я не Гуччи. Чё, есть чё? Чё там от Гуччи хотят? Это не Гуччи, оказывается, был, да? Да, ты твисер. Кажи спасибо, я тебя по голосу узнаю. Ай-яй-яй. Ещё бы меня не узнавать, такого дурака. Меня все узнают. Ты смотри, 400 усилков, это штука 200 стамина, это капец, короче. И чё? Да это все ерунда. Я вчера чуть не помер, когда Эльну уличала целый час. Чтобы РЛ так не горел, надо походу спрашивать людей тактику, чтобы рассказывали. Силу поставь в шкаф, пожалуйста. Спасибо.
Вися. Давайте самонимся, фласки с собой должны иметь уже. Вися. Не слышно, что ты? Теперь слышно. Угу. Ты с шаманом играла? Да. И что, он лучше хулипала хилит? Лучше, больше, лучше. Ну что, как думаешь, делать мне раку шамана? Делай ретру. Да и... не. Я играл... Маны. Только, ну, говори, говори. Только три класса не играл. Хант, маг и шаман. Ты... Ну ханта позакрыло, понятно, что не буду делать. Хотя я бы хотел не жить ханта. Шаман просто нужен везде, всегда. Если брать мой личный топ, ну, мои предпочтения, то на первом месте у меня, конечно же, Холи Пал, на втором ДЦ, на третьем Иршам, и уж потом только Эрдруп. Это вот вечный ход и ход и ход и ход. Ход и ход и ход и ход. Ты имеешь в виду, как играть за них, да, скучно. Скучно, за Эрдру скучно. Да, Хулипал прикольно. Но он мне не на всех боссов нравится. Шам... Записывал мага шпилить вообще тем. Ты чего говорил? Я, блядь, смотрю турбойса за вещи. Я с помогом плюс в чат. Чек на АФК. Третью пати плюс умонил вроде. Четвертая. Ну я вижу, кого надо сумонить. Вот Доларане. Тащерище, Чулан. Твинси ледяной кроник. Тавер, а не тащерище. Ну так. Шведов лол сумон не принимает. Венти. Мастер неизвестно где. Я релог. Я уже сегодня, блядь, ночью сходил целка 25-ку на циркуле, блядь, хватило. Привычку? Да, магом, блядь. 6.4 почти. Там был бисовый маг, там меня передамажили, конечно, на цирке, ну такой. На остальных боссах я передамажил. А кто передамажил? Фулл бисовый маг, фаер. Как ник? Я не знаю. Тыкаем на сумон. Где мы еще ФК? Я снимал видео, но потом удалил. Ну, циркуль уже не модно снимать. Давай трейд. Давай. А мне можно трейд? Так, сейчас будем трэш пока чистить. Бафы раздайте пока. Блин, так дым еще фото. Что, я в танк спикнул. Рыбу поставил. Чек на присутствие. Дайте кто-нибудь одну фласочку на СПД. Нет, я уже с Мосей поделилась. СПД клинит. Вам в эти, как его, стол поставил маг, набирайте штруделя. У меня уже достаточно таких предметов. Готовы, надеюсь, Хилон? Каску на 10 за место кулака можно, да? Нет, нельзя. Ну пожалуйста. Что за агро? Хилься, пожалуйста. Продайте кто-нибудь фласку на СПД. Да как готовимся вам? Даем бомжей. Все три дек. Фуллову я даем. Быстрее, фуловые.
снял цепление, треснул. Спасибо. Уклоняемся от руна. На ступеньки поднимаемся. Я пришел, чтобы отнять у вас ваши души. Ну и ткань выплечена в лице. Я говорю, кто пойдет перспективным магом? Опасным, ой, магом. Опасный ДЦ, РБК. Никто не плюсунул, суки. Ладно. Штрудели, надеюсь, все маговские взяли. Потому что сейчас будем кушать. Вы хотите кушать? Тогда присылайте специи к Войду. Тыкайте, турбой ставит стол. Тык. Набирайте штрудель. Отлично. Едим штрудель. Стоим в толпе, далеко не отбегаем.
Кушаем штрудели про хил рейды. Красиво. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Что там, Лимон, ты еще скажешь? Он вроде писал Шреддер мне, что у него сигналка сработала. Ну, минутка же есть, да? Ну, пока я расставлю все. Ну, конечно. Танчить он будет мне. Марк, поставь стол, пожалуйста. Только вам ставили. Вон стоит он. Где? Сзади, возле бревна. А, о, спасибо. 3D метку потом позже. Все взяли штрудели. Потому что перед пулом, пока она не спустится, она будет кушать их. Сейчас, погоди. Каску по хантам дайте. Походу на ФК. Мак, инту бафни, пожалуйста. В доме 8/1 у проспекта Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча, по фамилии Степанов и по имени Степан. Был Степан из великанов, самый главный великан. Минутка, что ты несешь, ебать? Ты что, дядю Степу не знаешь? Дядя Степа, он несет. Топовая вообще тема, да? Дядя Шлепок. Ты чё, обалдел? Сзади читал обнову 12 числа, там писало, что пофиксили абуз этот через 110 у магов, а у варов еще не пофиксили, и у рогов через 104. Не рогов, а эти паладинов. Да что там фиксить, что с абузом, что без абуза тактики, если не знаешь, ты падаешь как гнарь. Восквернение в центре наличия. Какой? Кто там подбазаривает?
Ну, Лимон тут уже пишет. Шкафчик поставьте. Шкаф. Кого еще? Сумон плюс чат, Алиса, обмен дай. Все тут, кроме Лимона. Он тоже тут. Не бахнуть его. Лимон, фласку нужно, Супрот, нет? Нет. Какие близко? Че? Звезда стоит близко. Ну я вот такой вот. На полтишок. На полтишок не прокатит. Дай обмен, я дам на сотку. Звезде. У тебя фуршмот-то есть? Да. Какие близко метки стоят? Лок сейчас дам. По тактике кто не знает на нее. Давайте пооперативнее. А, сейчас стар. Ну что, издеваетесь что ли? 5-6. Если умеешь скидывать, то можешь больше. Потом скинул. Блин, кинь тавр. У босса на первой фазе есть наземная фаза, есть воздушная фаза. Это, надеюсь, вы знаете. Первый объем босса, Лис его поставит, соответственно. Будет кидаться освобожденная магия на тех, у кого есть планы. То есть РДДшников где-то более 12 команд. Соответственно, ребят, кто умеет, соответственно, это ШПшники, кто может скинуть, кто умеет, могут набирать стаки под ней. Кто не умеет, соответственно, максимум это 3-4 стак от вас. Поясню, освобожденная магия кидается на 30 секунд. В течение 30 секунд, если вы кастуете, на вас появляется стак. Стак это 1 стак, это 2 кд мага. 2 стака 4 кд мага. И по возрастанию. 10, понятно. Далее. Для милишников, соответственно, когда вы будете бьете босса, вы как его можете получить стак обморожения. Соответственно, максимум это 7 стаков. За стаками буду следить, будем назначать ГП. Да, сменю. Этот, далее. Будет взлетная фаза, соответственно, по наземной я объясню. Перед рожей босса не стоим, под жопой не стоим, потому что будет откидывать. Будет воздушная фаза. Будет притяжка. Притяжка будет, соответственно, вы все бежите примерно до Луны. Это достаточно будет расстояние. Если как его не особо уверены, соответственно, забегайте где-то на вторую, на третью ступень. Этого расстояния будет достаточно, чтобы не попасть под АОЕ каст. Синдрагос. Далее будет взлетная фаза, будет Синдрагоса взлетать, будет 5 меток. 5 ников я буду произносить, 5 ников должны встать вот в эти 3D метки. Крест, квадрат, луна, трусы и ромбик. Без разницы, какая метка над вами стоит. В любую бежите, соответственно, кто может, бежит в дальние. Ребят, метки. Что еще скажу? Делимся местом. Потому что если человек может, вы уже стоите здесь, а человеку, например, добежать от ромбика до луны, соответственно, просто с трусов на луну, а тот человек сдвинется в трусы. Но это вы поймете. Соответственно, повторяю еще раз, это командная игра. Когда три метки вышли, соответственно, в них Синдрагоса плюнет, они превратятся в глыбы. Если вы будете близко к ним, вы также заморозитесь. Это не на руку рейда, соответственно, за это будете получать ГП. Далее, прячемся. Будет Синдрагоса плевать в пол. Будет такой кружок светиться. Соответственно, надо уклониться, точнее не уклониться, а спрятаться за глыбу. Полностью своим персонажем за глыбу. От этой бомбочки, так будем ее называть.
То есть 4 бомбы плюнется Драгоса, она опустится, соответственно, нам надо будет глыбы разбить. Пока она плюет, пока она в воздухе, мы должны их довести до где-то до 50, до 100 кхп. Без дот, пожалуйста. Чтобы глыба раньше времени не сломалась и нас не шотнула бомбой. 10 тоже понятно. Далее. Соответственно, все то же самое будет, пока мы не доведем ее до 35% хп. Когда будет 35% хп, начинается вторая фаза. Будет стак. Во-первых, босс не будет взлетать. Будет кидаться все то же самое, то есть освобожденка, обморожение будет кидаться. Будет на вас стакиваться таинственная энергия. Ее надо будет сбрасывать. Сбрасывать ее можно только за глыбы. Объясняю. Про глыбы. На второй фазе будет глыба кидаться на рандомного одного человека. Вы будете по командам бежать или в печенечку, или в звезду. Надеюсь, понятно. Соответственно, кто убежал в печеньку, тот человек. Милишники освобождаем место, РДДшники также освобождаем место. И РДДшники, старайтесь прятаться за глыбами. Кто что-то не понял, спрашиваем. Так, чек на готовность. Фулл баф отдаем. И столик. Турбо, поставь еще раз стол. Там кулаки по всем просили. Сейчас раздаем. Вон он, маг поставил сверху этого стол. Набираем по 80 штруди. Так, СС на Мосу клинит. Ты на Мосу, силу, ты на Кукулина. На второго. На кого? На Мосу. На Мосу, стой. Клини, тогда на лопососа вешай, если не повесил еще раз. На танка не надо вешать. Ну, все нормально, вы разбафали. Отлично. По этим. Так. Чек на готовность, ласки пропили. Все готовы. Отчет на пол. Едим. Кроме хилов, все едят штурделя. Хилы захиливаем. Быстрее. Ни один не должен лечь. Полный винар. Бьем. Тяжко отбежать. Лево, вставай сразу. Воздушная фаза. Пробафали элемент про. Лук, лини, тайтюб, узер, моса. Прячемся. Слева близко. Справа близко. По глыбам играем, не тормозим. Слева. По центру. Плохо прячет. Разбили глыбы быстро, все по глыб. Мы не должны в одной метке. Распределяйтесь по глыбам. Раздамаживаем.
Шредер, не надо во фрейме босса стоять. Отойди чуть-чуть, у него фрейм большой. Проще будет убежать. Бежали. Сейчас болото мне. Воздушная фаза. Мастерал, Гуччи, Шансунг, Айтью, Мульти. Вышли. Прячемся. Справа близко, справа близко. По центру, чуть-чуть проверь. Опять Гуччи встал. Слева. Близко, слева. Почему вы Гуччи встаете у центральной глыбы? Алло, кто глыбы будет разбивать? По центру, чуть левее. Разбили глыбы, быстрее. Долго. Бежали. Воздушная фаза. Лопасос, Тавр, Твинси, Мульти, Войд. Вышли. Сова, отойди ты. Молодец. О, а что сова вообще делает постоянно? По центру. Справа близко. Слева близко. По глыбам играем. Почему вы левую глыбу почти слили? Вы чё? А, все, вижу. По центру. Не играйте только по одной глыбе. Почему РДД стоят, не бьют? Играем по глыбам, быстро. Жали. Трепещите, вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти. А Гуччи как у него? Освобожденка. Стаки. Ответный удар, то стаки. Воздушная фаза. Дык-дымыч, Тауэр, Твинси, Моса, Турбойс. Ты просто провтыкал, что у меня туча в КД была. Справа. Слева далеко. По глыбам играем, не стоим просто так. По центру близко, чуть-чуть пройдем. Справа. Справа. Далеко. Центральную вообще не коцают. По центральной играем, глыбы разбиваем.
Давайте рекламу почекаем. КБ. Лента, Гуччи, Бэйр. 3 минуты до персы. Геру дали. Геру. Элемент лежит, по-моему. Бузер, Геру. Чувак. Лопосос на центр. Ну, давай. Вента, Бэйр, да, тебе сказали по Гуччи? Будет вот. На центр. Сейчас будет притяжка. Уходи. Поломить оставайся. Или я заглыб. Глыбу разбивай. За этот. За глыб. РДД по боссу играют. Моса налево. РДД играют чисто в босс. Лопосос, дай БР по клинике. Шансунг на центр. Да почему меня не захиливают? Я на лоу кукаю, меня тупо 20 знак убивает. Только меня сразу. Потому убили. Что таинственная энергия. Алло, если чё, прием. Я про нее говорил. Тавр налево. Так мне 3-4 стака убивает, ты понимаешь, я тупо на 15 хп. Сколько у тебя стаков таинственной энергии было? Ну стака 3-4. Давай после боя. 1 минута до персы. Че делать? Третий босс. Samsung на центр, быстро. Учим тактику. Прошлый раз, да, и мне 20 стаков уебало, я просто тучи не успел. 1 стак таинственной энергии на второй фазе добавляет 15% к магическому урону. Винар налево. Посчитай теперь 4 стака. Да, я не спорю, я знаю тактику полностью. Умножь. Все стаки, это всю херню. Ты понимаешь, меня резнули, во-первых, у меня 20 хп было, я анбаф. Бузер на центр. Дым упал. Что у вас за дебильная привычка во время трая открывать свой рот, скажите, пожалуйста. Всем насрать, как вы умерли, все пишется в чате, все обсуждения можно сделать после килла или после меняйте, вайпа. Меняйте меня. Забирайте. Танки лежат. Танка нет, положите один хрен. Не, есть. Да там и берса, там не хватало бы ТС. Я видел, видел, я же говорил, ложись. Люди умирают от бомб, люди умирают от стаков, люди умирают на притяжке. Вот. И глыбы долго разбивают. И глыбы, да. Как разбивать глыбы, чтобы они разбивались, как только садилась синдра? Дальние глыбы бьют, дотают их и так далее. 3 средние глыбы бьют милики до 20%. Точно так же, как РДД дальний. Если РДД сняли с дальних, то вы помогаете миликам. Так, линия, вот ты чё за... Ясно. Так, кто там у нас еще сдыхал? От чего он сдох? Вроде все. Клини. Слак. Силу от притяжки. Я уже раздал. Геру вообще дали-то? Или там 2 шамана были? Дали, дали. Геру дали. Рыбу поставил, кушаем, бафаемся. Отлипаем. Сколько взлеток было? 3? Или 4? 3. 4. Лишний флот, пожалуйста, убираем, реально. Хотя я тоже что-то разговаривался. Не по делу. Фулл баф дай.
по ССам клинит на Кукулина, Силона, если будет. Середину. Нормальный свой ДД. Чек на готовность. Да не надо СС Лимону. У него есть ревостный защитник, если что. Все готовы, отчет на пол. Подбегаем, сразу кушаем штрудели. Хилы. Хилим. Что, да дай фростового ару на мне. Воздай написать. Шедер, возьми воздаяние ауру. Отбежали. Воздушная фаза. Элемент, элемент. Ну, может, у меня тебя на вагон. Мастера Мидвей, Этио, Гуччи, Шансунг. По командочек. Да, с вами смотрю. Определить. Слева. Третья бомба. Да, глэ будет. Ластовая бомба, быстрее бить. Добить. Разбиваем глыбу оперативно. Еще крайнюю. Бежали. Пять трупов. Ложимся. Поворачивай к нам. Тут притяжки поздыхали. О, морозимся. Да, выжать. Завойдем ее. Или ваншот. Ваншот. Так поднимите по хп, чтобы заморозиться, да. Рыжу хоть немножко наберите. Сука ж. Чё по хп не подняли? Да чё? А мы сейчас выживем, потому что, скорее всего. Ты сказал лечь, значит ложимся. Там хп у них нахрен. Кто там ещё со мной? Ну, в глыбах отдыхаем сейчас, 5 секунд. Все, отагрилось. Пол рейда, изи. Лайф. Ты если лагаешь, либо что-то еще, то скажи, то, а? Либо сделай билд через собаку. Так, кто еще там сдох? Было 4 человека. Я. Я тебе уже дал. И себе, и тебе дал. Лу. Щепку. Не, Лу в склепе умер. Сейчас скажу.
Войд обморожение умер, это потом. Холод, медведь, силу. Элемент обжигающий. Клыкач, ледяная аура. Шо? Какая ледяная аура? На 19 ледяная аура. Это что, от стаков, что ли? Наверное, без понятия. Он же не сдох. Это именно я выбил. При тяжке сдохли 4 человека. Кто? Вон пишет в рейд. Мидвей, обжигающий холод. Силу, обжигающий холод. Дальше. Вента, мощный удар хвостом. Предполагаю, что он набрал стаки, прилетел, стаки бахнули, и он получил хвостом, потому что начал оббегать под хвост, так как одним ударом хвоста она не может убить сову с фул хп. Далее. Void Defender, обморожение. Возможно, это стаки и не захил. Дамаха тауры, и следом разрядились стаки милишни, которые он набрал. Ну вот и все. А потом я дал диван хапау. Ну, как-то так. Вон написано, кто от того я не убежу. Вы перед притяжкой набираете стаки. Войд, Вент, набрали стаки, наверное. Остальные тупо не успели отбежать. Ладно, ничего. Чё надо? Чего, и два раза меня набегал от притяжки? Войда, по-моему, не захилили, как по мне. Ну, по Войду, скорее всего, ударила притяжка, его не захилили, потому что стак. Да, по нему притяжка бахнула, и аура добила. Ну вот, перед притяжкой скидываете стаки милики, РТД, у вас таймеры под перед носом, прям под жопой персонажа. На готовность. РТД очень простой лайфхак, и хилы также. Если вы не успеваете отбежать, просто станьте ближе. Чем ближе станете, тем быстрее вы сможете отбежать. Да, кто дальше стоит, тот дольше бежит. Бля, вот этот не первый раз. Смотри, еще раз сдохнешь, я просто поменяю. Серьезно. Надоедает уже. С любовкой что-нибудь писал? Не понял.